7156, грузопассажирская модель 90-го года выпуска. Это предсерийная машина, самая ранняя на сегодняшний день. Заводской номер P3097. Кузов. Интересно. Да, сейчас надену. Это обшивки все свое, да? Да, обшивки, это все родное обшивки. Подножка идет, да, на грузопассажирке шла такая подножка. На грузовой тут или вот такая коротенькая шла, или две вот таких. Кстати, они в разных исполнениях были. Вот. О, даже вот эти обшивки тоже. Да, обшивки тоже. Это чтобы пассажиры могли держаться. И там он лучше, чтобы могли держаться тоже. Это борт. Сюда можно ставить, из него делать пикап. У меня он был и пикапом в том числе. Пока, когда я будку реставрировал вот эту, я ее снимал, я сюда поставил крышку и крышку наверх поставил. У меня она как пикап ездила, пока вот это на ремонте было. А вместимость получается 4 в кузове человека или сколько? По этому, по документам. По документам 4 человека в кузове и 2 в салоне. Шестиместная. Она шестиместная официально, да. А так, в принципе, сюда влазит 6 человек. Спасибо, интересно. А, у него ряд отличий еще от стандартной машины. А так как она предсерийная машина была, здесь бензобак стоит увеличенный на 93 литра. Ого. Вот. И спереди, сейчас вот эта крышка стоит у меня, а если вот снять, обтекатель снять, там люк еще впереди стоит. Крышка. Они от него отказались. Да, спереди, с торца люк стоит. Такой же, как вот спереди вот на москвичах, на капоте. Он там стоит. Вот такой же жучок стоит. Он открывается, чтобы типа туда воздух шел. Давай, может, опустим немножко. Это не удлиненная база. Это не удлиненная, это обычный. Интересно. Что, какие отличия? Да, бак низкий такой. Она шла полный хром. Эти машины шли с крашенными буферами, с крашенными решетками. Вот, ни хрома не было. Эта машина была полный хром. Вот это я ничего не ставил. Это не оставил, это по заводу. Черная. Что еще из интересного с этой машиной? Она вот прошла испытание, ее должны были утилизировать. И сам испытатель, который ее испытывал, он ее выкупил, эту машину. И проездил на ней до самой смерти. В 15 году эту машину купил известный коллекционер москвичев. Станислав Цибульский. Может, слышали про такого? Он идет канал. Москвич на москвича. А, да, да, конечно. Я поехал, с ним договорился, и я у него выкупил эту машину. В том году он к нам в Казань приезжал. Я сначала не узнал. Сделал ее, и вот в прошлом году я уже выезжал на. По-моему, про него было серия. Радио «Москвич» была серия. Как раз коронавирус, как бы, сидели.